Всем привет-привет, мои дорогие! У нас продолжается посевная, и сегодня мы сеем с вами персидский цикламен крупноцветковый, вот такой вот. Так, сроки у нас, в принципе, поджимают, поэтому решено было его посеять в этом году и не оставлять на следующий, потому что там вообще схожесть будет, наверное, никакая. Засыпаем в горшочек наш грунт. Все как обычно. Салфеточку на донышко, чтобы земля не выпадала из дренажных отверстий. И заполняем горшочек грунта, в который будем высаживать семена. Так. Ну вот смотрите. Вот брикет, который разводили, кусочек, да, вот мне хватило, получается, вот на все вот эти посевы. Перед тем, как сеять следующий, мне приходилось только его увлажнить немножечко. И пока он свои свойства вот такие рыхлые сохраняет. Поэтому вот, мне он вполне себе понравился. Ну вот так вот у нас получилось. И сейчас мы с вами откроем упаковочку и посмотрим, что же там за семена. Аккуратненько разрезаем. Три бумажные пакетика и семяночки крупные, достаточно видно, да? Сейчас открою и посмотрим. Так, что там у нас за красота? Ага, не все хотят выходить. Еще одна. Так, вот, посмотрите, 6 штучек вот таких вот семяночек. Тоже разного размера они все почему-то. Ну, посмотрим, как это все будет сходить. Ну, я люблю сеять вот так вот по кругу все. Я одну семечку, серединочку чаще всего делаю. То есть, чтобы было небольшое расстояние друг от дружки семян, и не были они слишком плотные, если вдруг зайдут все. В чем я, конечно, сомневаюсь, но в любом случае мы на это же надеемся. Все, чуть-чуть прям, вот видите, прирыхлила я сверху земелькой и больше ничего. Земля у меня увлажненная, поэтому осталось нам теперь что? Подписать горшочек, правильно все. Подписать горшочек и упаковать его в пакет. Вот обычный пакет. Упаковываем вот так. Цикламен решила снизу обернуть. И поставим мы его обязательно в темное место. Цикламены всходят в темноте. Поэтому ставим его в какой-нибудь дальний шкаф и забываем недельки, на 2-3, это точно. Главное не забыть, как в прошлый раз. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.